Зажигательные гранаты, не дай врагу замерзнуть. Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранг, и мы продолжаем прохождение метро 2633. Редух. Линия фронта у нас с тобой. Следующий серий, человек остался человеком даже после конца света, но все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал, теперь была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Итак, ребятушки, сейчас мы с вами поедем. Что удивительно, да? Возле Лубянки находится, как написано здесь, Рейх. И мы с вами, ребятушки, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то будем... древней войны между красными и фашистами. Человек... Эхо древней войны. Это 40-е годы, как я понимаю. Ну что ж, ребятушки, сейчас мы с вами будем всеми раздавать лещей сегодня. Итак, мы с вами катимся, катим, покатим. Че все время они свою книгу предлагают, вот как рекламка эта. А где эта песня тут? Вот? И Ленин такой молодой и юный. Октябрь, ты че, блин? Не перди, юный Октябрь, не перди. Прикинь, что сделали, короче, меня как безбилетника скинули с вагона. Это да, отъездились мы, ребята, с вами. Товарищи! Товарищи, свергни временное правительство! Товарищи! Товарищи! Сейчас мы с вами, подожди, что сделаем. Они лазер что, не видят? Серьезно вообще? Так, вот, блин, ни хрена себе. А как она? А, она здесь тоже накачивается. Бабах, ни хрена себе! Ты видала, что это такое за пушка? Охренеть! Он, короче, еще походу чем-то электрическим, наверное, ее накаляет. Мне надо будет громкость, кстати говоря, проверять, потому что у меня же 70% громкости микрофона. Я боюсь, что я просто если в него ору, сейчас может быть такое, что у меня просто будет мой голос помеховать. Это жесть вообще, прикинь, рельсовая пушка. Так, а что такое? Так у меня то же самое все. Чем прикол? Зачем шило на молоту менять? Ладно, погнали дальше, ребятушки. Сейчас мы с тобой... Так, у нас с тобой калаш есть, не забываем об этом. А, здесь мало патронов. Здесь тоже мало патронов. У нас с тобой на калаше побольше. Ты чё, блин, слышь? На тебе! Опа! Короче, мы на своей стороне. Не на чей, так сказать. Все. Ну-ка, на тебя. Очередями, очередями. Что, ты как-то вас там слишком до хрена, мне так кажется. Нет разве, ребята? Эти там что-то какие-то трутся, что-то вытираются там. Обтираются. Ты что там, слышь? Алкаш, сейчас мы тебя тоже уработаем. Все, ловите. Ахалай-бахалай, ляжки протирай. Хорош. Ну-ка. Наверное, ляжки подмывай было бы правильно. Ну ладно, это уже не важно. А, смотри, у него даже заряд не добавляется. Ну-ка, нахрен. Отдыхаем. Сладких снов. Ты чё, охренел, что ли? Чё разорался? Дурной, блин. На, нахрен. Ну-ка. Всё, спать. Товарищ. Товарищ, нате, товарищ! Не ссать, товарищи! Прорвется! Как говорил Ленин. Мужики, накрываю! Прикрыл! Товарищ капитан, у вас тут какое-то говно происходит! Подмойте ляжки свои! Как-то вообще меня на изи вообще... Не на изи как-то меня продам... Ты охренел, что совсем, слышь, спать тебе сказали! Все. Укольчик сделали в попу. Давайте, ну-ка, идем дальше. Витамины лишними не будут. Ты охренел, ты что там? Никак не отъедет. Ты прикинь, что делает вообще? На тебе. Вот эти приколы мы знаем из Battlefield. Когда в тебя лазером целится, короче, такая у тебя эта точка появляется. Экран такой красный становится. Во. Спасибо, ребята, за барахло. Барахлишко.
Товарищ капитан, можно вашу фуражку забрать? Не разрешают, к сожалению. Так, ну ладно, куда идем дальше? А что я хотел-то вообще? Знаешь, что я хотел? Да, у него, видишь, у него какой баллон. А, у него вольтметр вообще, это типа по вольтажу, короче, он еще их заряжает, короче, электричеством, я так понимаю, эти патроны. И патроны вообще с электричеством еще фигачат. Смотри. На тебе, на тебе. Все, смотри, он уже спит. Все. Вообще не понимаю, реально, кто на чьей стороне, но... Пускай будет так. Да будет так, сказал монтер. И обрастал все ляжки. Ну-ка, давай, ладно. О, плюс 30 патрончиков, хорош. Нет, слишком легкая сложность. Они мне должны были уработать все, а я должен был аккуратно защищаться, обороняться и прятаться от них. Это слишком все легко. Ура, к оружию! Ляжки подмывай, баю-бай. А как меня поменять? Я хотел на ножи поменять. Ножички, ножички. Так. Мы не на чьей, видимо, стороне, так понимаю. Ни те, ни другие. И все друг с другом, короче, что-то бьются, борются. Сюда, что ли? Братан, ты как? Спит, походу. Пускай отдыхает, правильно. На войне почему бы не поотдыхать? С тобой там такое. Можно? Я заберу ключ, спасибо. А подожди. Ничего не дают. Во. Здорово. Ну-ка нахрен. На тебе. Кто там? А ну уселся. Что, мне не показывают, когда попадаю, да, в кого-то? Вон, чья-то задница стоит. Ну-ка. Уже, походу, присела. Вообще не попадаю, по-моему, по нему, да? Я вообще ни в кого не попадаю. Бред какой-то, ну его. Не пойду я по этой дороге, я пойду вниз. Давай, спускаться будем с тобой. Спускаться будем с тобой вниз. Сюда мы сейчас с тобой спустимся. Опа, ну-ка. Ать! Все, обрубили электричество, чтобы настоком не шиндарахнуло. Так, что у нас здесь с тобой такое? А что он? А что, он задыхается, что ли? А, судя по звуку, задыхается, походу, да? Понимаю. Чем-то мне напоминает это... То ли Half-Life, то ли еще какое-то говно. Да, Half-Life напоминает. Просто помню, там плавучие глисты были, здесь вроде таких нету, да? Это, короче, прокачанный блюдок, я так понимаю, да, чей-то? Если я правильно понимаю. Во, прикинь, что дали, ни хрена себе! Вот это да! Вот это да! Вот это вкач! Чё там такое, кто-то булькает? Походу, рыба приплыла. Плюс 150, ты прикинь? Слушай, это вообще-то ништяк получается. Что означает значок лампочки? Да типа меня, если видно, да? Или наоборот, не видно? Вот, меня видно. Типа меня видно, да? Теперь меня не видно. Теперь меня опять видно. Теперь меня опять не видно. Во, хорош. Теперь меня опять не видно. Все, меня не видно. Я спрятался, я в домике. Можно я вот это вот говно погашу, пожалуйста? Все ваши прожектора... Потому что если меня будет видно, это вообще будет беда. Все, прячемся, ребята, ночкуемся в темноте. В потемках. Тихо-тихо-тихо, меня спалили. Меня опять не видно. О, братан! Ты как там очутился-то? А, это вот он сидел здесь. Рейх, ни хрена себе. Браток, ты как? Тебе все равно тоже не нужно, отдай мне. Куда ты его опрокинул-то? Пускай лежал бы он все и лежал. Браток, прикинь, смотри, какой... Нормас у него костюмчик-то.
ну-ка. Чё они там базарят? А как мне? На нахрен! Ну-ка, рельсотроном! Отдыхаем, товарищ капитан! Все, ваша смена вышла, демобилизация! Сладких снов, друзья, товарищи, всем спать! Кто меня целится? Кто меня выцеливает? А, меня фонарь выцеливает. Ты чё там? Все. Сладких снов, друзья, товарищи. Как говорится, идите-ка вы нахрен, товарищи, как говорит товарищ Сталин. Нет, это говорил товарищ Ленин. Качаться, качаться, еще раз качаться, как говорится. На сушку, еще раз на сушку. Давайте, ну-ка, все. Все. Что такое? Это физикс? Видишь, какие капли? Это физикс, ребята, улучшенный называется. А что, все, я всех уработал, что ли? Серьезно? А, у нас с тобой, как я понимаю, приборное что видение тоже заряжается при помощи вот этого специального аккумуляторного средства такого. Просто если мы с тобой погасим свечи, то сбудется желание. Как говорится, там погасило свечи, загадало желание. Здрасте. А что такое, товарищи? Все, отдыхаем. Не-не-не, злиться... Агрессировать мы не будем, браток. Ну а как ты хотел? Батюшки мои, кто там так стреляет? Кто-то шквал прям, там пуля открыл по мне огонь. Ну-ка, ты чё там? Рельсотроны, рельсотроны. Лохотроны, лохотроны. На тебе! Вообще такое оружие было ли разве в метро? Я что-то, ребятушки, не припомню вообще. Давай, зарядим. Накачаем. Зато у меня есть, ребята. Это деморализация называется такая. Нет, это не поможет. Потому что дробовика стоять по таким расстояниям. Вот так мы аккуратно по одной, по одной, по одной, мало-помалу стреляем. Всё. Ребята, вам говорят, вы умираете зря, хрен ли ты там делаешь? Ты чё, блин, успокоился? Хватит стрелять. Патроны поэкономь. Все, минус лампочка. Экономим электричество. Чубайс приехал, плати налоги. Чистая униформа и обосранные ляжки. Каждому новобранцу. Спешите. Спешите, как бы вам не обосраться. Так, товарищи. Товарищи! Товарищи, свергни временное правительство! Какие молодцы. Все, что ли? Че за нахрен? Ни хрена себе, здрасте, приехали. А не замолчать бы тебе свой рот, пожалуйста. Спасибо. Браток, ты бы друга своего бы успокоил. А, ну... Ой, лампочка взорвалась, загорелась. Бывает. О, елки, я забыл противогаз снять. Ты прикинь, что у меня происходит? У меня же противогаз разбить могли мне. Вы как потом ходил бы? Вы что, ребята, мне никто не напомнил, что у меня противогаз-то мой ломается. Трещит по швам, а я в противогазе хожу. Никто не напоминает даже. У меня стекло уже там потрескалось. Все, давай искать противогаз, блин, тогда. Что с тобой еще остается? Что за говно? Какая дуделка. Так, переключатели. Нам с тобой, наверное, туда, как я понимаю. Но мы с тобой можем здесь посмотреть, что есть. Человек, я реально понимаю, все-таки здесь можно как-то игру скрыто проходить. Здесь может быть того, что как бы я знаю две... Повторюсь, две концовки я знаю, хорошая и плохая. Я знаю только плохую, хорошую я не знаю. Так. Петля какая-то для повешения. Что за бред? Давай открываем дверь. Здрасте. Опа. Что здесь такое? Ну-ка, сейчас я погашу свет. Давай. Всё. Погас у тебя свет. Кто это? Здрасте. Что?
Здорово, братан, как дела? Э. А, я ж чихнул. Спасибо, товарищ. Я действует охотник. Все нормально. Неважно, что у тебя за задание. О, мы перегруппируемся и отступим. Братва. Спасибо, что дал шанс выжить. Прикинь, это походу Дантес Инферно. Охренеть, дантист, ты ли это? Он просто не такой же подшлемник там был. А он такой стоит, типа такой, а здесь буквы Р, видишь? Потому что если бы они другой боковой символ бы выбрали, определенный, который мы знаем по истории, то игру бы эту, скорее всего, не выпустили бы, потому что есть такая вещь, как... такая вещь есть, как защита. Защита прав потребителей. Ладно. А может, слушай, а мне так кажется, что эту хрень тоже могут разбить почему-то. Видишь, у него какие-то трещины какие-то появились. Что, нам туда надо, что ли? Ни хрена. Собломали. Почему нам не сюда? Какой-то ключ там все равно надо найти. Пойдем ключ искать тогда. Так. Что, в принципе, можно включить свет обратно? Во. Так. Ну, это какой-то генератор. Подожди, а генератор-то был изначально включен. А в чем прикол-то, я не понимаю. Сейчас посмотрим. Так, а здесь что у нас такое? Режим. Как говорится, раньше был такой режим, обоссымся и лежим. А теперь другой режим. Все обосраны лежим. Ладно, давайте. С вами шутками, прибаутками. Это, ребятушки, уже не смешно, это переходит все границы. Вы все смеетесь. Я вам говорю, игра совершенно не смешная. Здесь ничего веселого в этой игре нету абсолютно. Здесь какой-то бред происходит полнейший, а вы все угораете. Вам бы все посмеяться, когда здесь люди плачут в этой игре. Потому что пердак у всех горит. А зачем мне надо-то заряжать? Он у меня заряженный. Здрасте! Оп, ни хрена себе прилетело! Ты, братан, рот-то не разевай! Что такое, упал, что ли? И непонятно, на самом деле, повторюсь, кто здесь на какой стороне. Но мы на своей стороне. Мы, так сказать, закончим эту войну. Пришел некто, кто расфигачил здесь просто все. Так, мне не должно быть, по идее, видно. Бабах! Светильник, паяльник твой. Бывает что. Ты рот... Ты охренел, что слышь? Потеря у тебя. Потерянный! Потерянный! По жизни. Все. Спокойной ночи, отдыхаем, товарищи. Ага. Судя по музыке, я понимаю, к кому мы пришли. Давай, бах, лампочку тебе. Ну да, я уже вижу букву, я уже понимаю, куда мы пришли. Ты чё, слышь? А ну лёг. Покоился, всё. Так, ещё у нас есть. Посмотрим. Что у нас такое? Подожди. А, это поезд. Во, ключка есть. Ну-ка, сейчас мы с тобой сейф будем искать. Это, ребятушки, если вот эти сейфы находите, то вам, конечно... Ой, это самое, ботинки полетели. Ботинки пнул случайно. Если будете находить эти сейфы, вам играть будет проще намного. Смотри, 150 патронов, пулек, видал? По сути, все потом. За эти пулики ты покупаешь себе патроны там. Что там, экономишь, правда, боеприпасы придется экономить. Люто. Все равно, как бы то ни было. Тебе придется экономить боеприпасы. Я вот каску бы взял. Каску никто мне не дает, шлем. А, мы его разрядили. Гранаты, которые мы, кстати говоря, не юзаем. Хотя стоило бы, я считаю. Миша, мы с тобой какие-то еще секретики находим. Сюда вот туда что-то забрались, типа это для чего, правда? А, это просто обойти можно было. Все.
Так, теперь нам с тобой сюда надо идти, как я понимаю. С тобой куда-то все проходим. Проходим, у нас уже 20 минут идет серия. Всех человеческих прав. Диктатура вас лишила. Ну-ка. Граница станции. Все, походу, я так понимаю. Здесь кто-то будет, да? Ребята, вы как? Ёлки. А, это у него, видишь, такие какие-то слипшиеся глаза. Что-то я так понимаю, что бесполезно, даже если мы что-то и откроем. Там все уже... там все уже подохли. Чуть жалко, конечно, ребят. Как говорится, здоровья умершим пожелаем. Здоровья мертвым и усопшим. Так, счастья вам, любви, добра, бобра и всего остального. Ну, ты так понимаю, да, вот у нас рукомойник. У рукомойник дуб зеленый, как говорится, зуб зеленый. Золотая цепь на зубе том. У рукомойни. У рукомойни зуб зеленый. Золотая цепь на зубе том. Так, ладно. Подождите. Здесь какое-то... Какое-то говно. Что здесь делают выхлопные трубы от Жигулей? Я не понимаю вообще. Зачем они здесь нужны? Что за чушь? Все, короче, мы пришли. Батюшки мои, ни хрена себе! Толкни, пни его! Вы кто такие? Ты чё? Класс, ты просто молодец. Красавчик конкретно. Но битва от резиновых, ребяточки, у нас с вами то, что будет дальше. Не осталось. В следующей серии мы узнаем о том, что будет дальше. Так что пока что это все. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро себе включайте. Будет очень много всего крутого и не менее интересного. Самого Ширанка. До новых встреч. И пока-пока, ребятушки.